Сооружение сомнительного вида. Так жители дома по улице Звенигородская, 2, называют киоски, которые, как грибы, выросли под их окнами. Новое строительство началось и на придомовой территории. Люди считают, все это делается незаконно. Подробности в сюжете. Еще 2 недели назад на этом месте была зеленая зона, рассказывают жильцы из Звенигородской 2. Сейчас киосок, предназначенный для продажи пива. Но он здесь не один. Подобные мафы расположены вдоль всего дома. Жильцы говорят, размещены они на преддомовой территории. И оплачиваем мы ежемесячно 7 500 гривен за уборку, только за уборку этой преддомовой территории. А вместо чистоты имеем полную антисанитарию. Вонь стоит неимоверная. Спрашиваем у продавца: скажите, а куда вы ходите в туалет? В ведро. Куда вы потом деваете это? Ну, как говорит, куда? Выливаю под дерево. То есть сколько лет тут постоит? Смотрите, сколько нам нальют всех этих фекалий и прочего. Ко всем этим проблемам добавилась еще одна, отмечают жители. Прямо под их окнами развернулась стройка. Кто и что делает, неизвестно. Пришли, он документы не показывает. Подойдите к нему. Понимаете, документы не показывает. Сделали какой проект, кто, что, кто утвердил, нету. На сегодняшний день отправлены запросы во все инстанции по поводу этих строений, дабы уточнить, на каком основании они здесь ведутся и что здесь, собственно, будет. Представители власти отмечают, владелец этого заграждения пока никаких документов, которые дают добро на строительство, не предъявил. Ответы на запросы получат в течение 10 дней. После этого сооружением займутся профильные службы.